Космический корабль Бепи Коломбо проносится мимо Венеры. Снимки сделаны от 40 минут до и через 15 минут после ближайшего сближения в 10 720 километрах от Венеры. Во время своего 7-летнего путешествия к Меркурию Бепи Коломбо совершит еще один облет Венеры в 2021 году. 20 октября 2018 года с космодрома Куру, расположенного во французской Гвиане, был запущен космический аппарат Бепи Коломбо. Он направляется к Меркурию. Это всего лишь третья миссия к этой планете, самой близкой к Солнцу и самой малоизученной планете земной группы. По плану аппарат достигнет цели через 7 с лишним лет, а его научная программа продлится год. Оборудование Бепи Коломбо должно помочь нам лучше разобраться, как устроена эта планета и ее магнитосфера. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.